В городском округе Люберцы работает компания, которая занимается пошивом и оптовой продажей женской одежды больших размеров. Предприятие, расположено в поселке Красково, было открыто около 20 лет назад и стало одним из немногих производителей изделий плюс сайз. Как фабрика живет сегодня и что готова предложить дамам, расскажет наш корреспондент. Одежда больших размеров, вопреки стереотипам, может быть красивой и модной. Производитель должен предоставить широкий выбор. На этой фабрике изделия шьют исключительно для женщин. От демисезонных курток до зимних пальто и пуховиков. В данный момент мы шьем пуховики. Лебяжий пух. Его набивают, потом мы распределяем и настрачиваем палочки. Получается красивое изделие. Пока разгонишься, может быть, полтора дня уходит. Потом, если набираешь скорость, уже может где-то за день две куртки выпустить. 26 наименований верхней одежды. Размерный ряд начинается с 50-го. В этом году компания расширила ассортимент продукции и занялась пошивом костюмов, брюк, рубашек, платьев и футболок. В связи с этими событиями, когда марки крупные уходят с нашего рынка, освобождаются площадки торговые, пытаемся занять это место. В этом направлении фабрика пока делает первые шаги. Создает за месяц около 1500 изделий. А вот объемы производства верхней одежды внушительны. За год из-под этих станков выпускают более 20 тысяч пальто, курток и пуховиков. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.